Ну что, ребят, всем привет! Наверняка вы все сегодня ждете новый, сочный, интересный снэкпик по новому бойцу с подробными характеристиками, гаджеты, пассивки, дата выхода и многое другое. Наверняка вам интересно, сегодня вечером примерно в 19:00 он должен выйти на моем канале чуть позже. Поставь лайк, если ждешь, и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Буду рад, если ты посмотришь на моем канале сегодня вечером снэкпик. Но, наверняка тебе интересно, когда же выйдет обновление в игре? И сможешь ли ты себе это обновление загрузить себе на телефон? Я тебе сейчас это расскажу и покажу, ведь с этим могут возникнуть определенные трудности. Но для начала давайте разберемся, когда будет обнова, сколько осталось снэкпиков и все в этом роде. Смотри ролик до конца, ну и приятного просмотра. Поехали! Начнем с того, что нам показали уже один снэкпик вчера про новые скины. Этот снэкпик у меня есть на канале, и, кстати, кто не знал, минутка напоминания о конкурсе. Разработчики бесплатно разрешили разыграть вот этот скин, и они подарят его вам, если вы, ребята, участвовать будете в конкурсе. Для этого вам надо просто перейти в мой телеграм-паблик и нажать кнопку «Хочу акцию». Друзья, уже 28 числа результаты, не пропусти, если ты еще не участвуешь, потому что этот скин сами разработчики пришлют тебе на аккаунт. С победителями свяжутся мои модераторы, и вам надо дать будет модераторам свой хэштег профиля, после чего разработчики пришлют тебе тот самый скин на аккаунт. Ребята, 29 числа уже этот скин будет у меня на аккаунте и у вас, если, конечно, вы участвуете в конкурсе. Ссылка на телеграм-паблик в описании, нужно быть подписанным на мой канал, на мой телеграм-паблик и просто нажать «Хочу акцию». Но поехали дальше. Чтобы разобраться, когда будет обнова, нам надо определить, сколько снэкпиков вышло и какие снэкпики остались. Все очень просто. Вышел снэкпик один вчера. Понедельник, вторник и среда в основном всегда выходят снэкпики. Я уже предсказывал дату Бролтока. Я говорил, что в пятницу будет анонс Бролтока, в субботу будет сам Бролток. И так и случилось. И я точное время даже назвал, в пятницу в 15:00. И ровно в это время был анонс Бролтока. То есть все эти даты, они не сливы и они не официальные, но это все очень легко предсказывать, исходя из предыдущих обнов. Итак, давайте теперь разберемся, какой снэкпик был вчера и сколько снэкпиков осталось. Вчера нам что показали? Нам показали с вами все скины, цены на скины, нам показали все про спреи, нам показали изменения баланса, нам показали дату выхода скинов. И все в этом духе с подробным разбором. То есть первый снэкпик у нас всегда скины, изменения баланса. Ну и какие-то дополнительные штуки, которые там, да, в меню добавили, изменения какие-то по меню и тому подобное, да. Это все было во вчерашнем снэкпике. Что будет сегодня? Это тоже нетрудно предположить. Для этого подрубаем Бролток и смотрим, что нам еще показали в Бролтоке, чего нам не показали в снэкпиках. Итак, вуаля, первый персонаж Джанет. Естественно, я логично могу предположить, что сегодня, скорее всего, будет снэкпик именно по этому бравлеру. Объясню, почему именно поэтому, чуть дальше. Будет геймплей, разбор гаджеты, пассивки, там, не знаю, этот бравлер против всех бравлеров и так далее. Вот такой вот будет сегодня снэкпик. Вот, я тоже запишу про это видео с подробными, потому что подробными характеристиками, потому что много есть вопросов по гаджетам, пассивкам. Вообще, я думаю, очень интересный сегодня будет снэкпик. Всегда по новым бойцам будет интересный снэкпик. Помимо этого, нам сегодня покажут не только нового бравлера, а и весь бравл пасс, скорее всего. Ну, так в основном всегда происходит, я вам сейчас покажу пример. Дальше едем. Что нам дальше? У нас еще есть один боец, про которого нам ничего не известно. Этот персонаж, которого зовут, где же ты? Где же ты? Ну, наверное, чуть дальше, вот здесь. Бонни, друзья, Бонни. Этот персонаж не относится к Brawl Pass, он вообще отдельно. Нам не редкость, не характеристики тоже, ну, точнее, характеристики относительно нам известны, но дату выхода и редкость нам пока непонятно, то есть официального еще не было подтверждения снэкпика. Соответственно, мы можем предположить, что следующий снэкпик будет по этому бравлеру. Что еще было в Бролтоке?
Brawl Talk еще были тоже скины разные по к новым бойцам. Вот, кстати, скин на этого бойца нам еще не показывали. Скорее всего, покажут в новом Sneak Peek. Также Лига Славы, да, там чуть-чуть... Ой, не Лига Славы, а как ее? Силовая Лига. Там чуть-чуть изменения коснулись. Вот, могут зацепить. Новый Гирс нам уже показали. Подарки и так уже известны. Не знаю, что про них еще можно... Ну так, может, поверхностно пробегутся. И изменения баланса, и новые гаджеты нам тоже уже показали. Итак, теперь что у нас остается? Давайте я вам наглядный пример просто покажу, чтобы вам было проще ориентироваться. Вот смотрите, вот у нас обнова, да, вот на примере беру одну из предыдущих обнов. Вот у нас выходит Brawl Talk, я там записываю секреты Brawl Talk'а. Прошел у нас Brawl Talk, да? Дальше у нас идет первый Sneak Peek. Смотрим, у нас были тогда подарки, и первый Sneak Peek у нас были все бесплатные подарки. Это новогодняя обнова, она чуть-чуть отличается, но тем не менее там скины, подарки одно и то же. Первый Sneak Peek. Дальше. Второй Sneak Peek. Я извиняюсь, я перепутал. Вот этот видос, это не Sneak Peek. Значит, выходит вот Brawl Talk. И первый Sneak Peek, вот все подарки. Это первый Sneak Peek про подарки и все скины в этом Sneak Peek. Дальше. В этом Brawl Talk'е нам презентовали два бойца. Это Гром и Фэнк. Один из них был эпический, другой хроматический. Два бойца. Пожалуйста, хотя вот видите, тут сначала вышел Sneak Peek про Грома, так скорее всего, возможно, даже сегодня, не, ребята, скорее всего, сегодня будет Sneak Peek про Бонни, а завтра будет Sneak Peek про Джанет и Brawl Pass весь, абсолютно весь Brawl Pass. Ну вот, смотрите, вот видите, про Грома вышел Sneak Peek, вот, что нам здесь показали? Нам показали здесь самого Грома. Испытания с Громом, его геймплей, характеристики, гаджеты, пассивки. Вот, и что у нас еще было в этом Sneak Peek? Ну все, он там просто на нем катал, рассказывал и так далее. Все было подробно. Вот, а дальше уже вышел Sneak Peek про Фэнга. И плюс здесь нам показали весь сезон Бравл Пасса. Да, скорее всего так будет и в этот раз. Сегодня нам покажут Sneak Peek про Бонни, а завтра про нового Бравлера. Причем весь Бравл Пасс будет. И что дальше? А дальше у нас уже было обновление. Все, в этот же день, да, по-моему, сейчас давайте посмотрим дату. Значит, 15 декабря вышел Sneak Peek. И обновление у нас было какого числа? А где у нас тут обновление? Че у нас тут дата не пишется? Почему у меня дата не пишется? Ну, по-моему, тоже 15 декабря. Секунду, сейчас проверю. А нет, вот дата была обновление 16 декабря, то есть получается последний Sneak Peek вышел 15, а сама обнова была 16. Но давайте теперь посмотрим, когда будет у нас эта обнова. Кстати, смотрите, я вам тут все эти каких граффити, блин, ну как они, спреи, все спреи вынес вам на весь экран. Точнее, все, что нам показали в обнове. И, кстати, в Телеграме тоже запустил пост. Если вам интересно, подписывайтесь на Телегу. Там еще и посты выходят. Но не об этом. Давайте откроем календарь. Итак, сегодня у нас 26 число. Сегодня у нас, значит, смотрим. Тут у нас был Brawl Talk. Здесь у нас первый Sneak Peek. Сегодня у нас второй Sneak Peek. Значит, первый Sneak Peek у нас был по скинам. Здесь у нас будет Бонни, да, предполагаем. Завтра у нас будет... Бравл Пасс и Джанет, да? То есть Джанет у нас будет. Соответственно, я могу предположить, что завтра будет последний Sneak Peek. Потому что, ну, все уже показали. Там новая среда, но я думаю, ее в одном из Sneak Peek'ов сегодня, скорее всего, покажут. Соответственно, обнова, скорее всего, будет 28 числа. 28 числа. Либо же в среду, в тот же день. Вот эти дни будет обнова. Мы знаем, что новый сезон Бравл Пасса у нас будет 2 числа. 2 числа у нас уже появится новый Brawl Pass и новый персонаж. А вот сама обнова загружена будет 28 числа. Опять же, точную дату, время невозможно предсказать, потому что там пока загрузится это в App Store, Play Market. Но интересная особенность с этой обновой заключается в том, что в определенных странах игру выпилили с Play Market и App Store. И как... теперь загрузить обнову и смогут ли это сделать игроки. Давайте я вам сейчас покажу. А вот теперь интересненький момент. Смотрите. Обновление всегда появлялось после того, когда полностью оно было загружено в App Store, в Play Market. Тогда вы просто заходили и обновляли Brawl Stars. Теперь
это удалили в странах, по-моему, Беларуси и России, в двух странах. Но есть одна загвоздка. Сравнивали это с другими играми, таким как Рояль. Рояле тоже совсем недавно вышло обновление, очень глобальное, крупное, и оно якобы еще было в App Store, его можно было скачать. Но что теперь? Я вам сейчас кое-что покажу. Я нахожусь не в Беларуси, не в России, но у меня почему-то возникла проблема с игрой Clash Royale. Сейчас я вам покажу, какая. Я уже это показывал давно еще в видосах, но она никуда не ушла. Смотрите, я нажимаю Clash Royale. Я хотел снимать Clash Royale, записывать. Загружается игра и... Смотрите, вышло новое обновление. Погнали, обновим его. Захожу в App Store, нажимаю обновить. И вуаля! Мне пишет, что приложение недоступно. Давайте проверим. Вот я нашел. Clash Royale у меня есть в App Store. Я нажимаю открыть. Еще раз, смотрите, открываю. Ничего не происходит, снова обновление, нажимаю обновить, и ничего не происходит. Давайте удалим Clash Royale. Итак, удаляю Clash Royale полностью и скачиваю повторно. Вот оно, нажимаем. Итак, оно скачивается. То есть все нормально вроде бы, як. Скачка идет, но давайте посмотрим после того, когда скачается. Итак, рояль загружен, нажимаю открыть, смотрим. Запускаем. И... Неужели запустится? Вышло обновление, заходим. И снова. Приложение недоступно в вашей стране или регионе. Я нахожусь сейчас за границей. Я не знаю, почему здесь рояль недоступен. Но давайте предположим, что, ну, он запрещен в этой стране. Или, я не знаю, ну, не знаю, недоступен. Давайте воспользуемся VPN-ом. Поможет ли он мне? Так, запускаем VPN. Это не реклама VPN, не подумайте. Так, давайте нажмем куча реклам. Как тут подключиться, блин? Сейчас я попробую. Итак, VPN. Кстати, он VPN в определенных странах даже запрещен. Итак, смотрите, VPN у меня подключен. Теперь давайте попробуем еще раз обновить рояль. Заходим в рояль с VPN-ом. Нажимаем обновление и то же самое, абсолютно то же самое. Я не утверждаю, что с Brawl Stars будет то же, что и у меня с роялем, потому что я без понятия, почему у меня именно так, и будет ли так же точно с игрой BS, но просто хотел показать, что невозможно зайти в игру. Я не знаю, почему у меня именно вот, когда я нахожусь за границей. Не знаю, именно в рояль. В BS у меня получается, а в рояль почему-то нет. И вот интересно, что будет с этим обновлением. И даже VPN в таком случае не помогает. На Android там чуть проще, там APK-файлы, там, ну, там реально на все намного проще. Вот, с iOS вот такие вот траблы. Это лишь просто как пример я вам показал. Я не утверждаю ничего, я лишь рассуждаю. Вот, и... Единственное, что я хотел в этом видосе показать, это то, когда будет обновление и сможете ли вы его скачать. Вот такой вот вопрос даже у меня, это не утверждение, потому что я хотел снимать рояль, и я не знаю, почему я не могу записывать видосы по роялю, ведь, ну, по идее, я должен зайти в игру, то есть она у меня не запрещена в той стране, в которой я нахожусь. Я нахожусь в Турции, почему я не могу зайти в рояль, без понятия. Если кто в курсе, как решить эту проблему, напишите. Вот, но посмотрим, как будет с BS-ом. Ведь его, как вы знаете, выпилили с App Store и Play Market. Вот. Но в любом случае, дату обновы я назвал, проверим. Я думаю, что это будет 28 число. У нас осталось 2 снэкпика по Бонни и по новому бравлеру с Brawl Pass. Осталось только их дождаться. Подписывайтесь на канал, всем удачи и до новых встреч. Всем пока.